Ладно, так что не плачь. Козлову привет! Сергей Козлову большой-большой! Оператором записался или что? Да, да. Привет. Здравствуйте. Для истории. Для истории. Валера! Валера! Простите, Эдик. Эдика нету. Никто не знает. Ушел. Мне Крава, Игорь Кравченко, он в ДИСИ учился. Вот я с ним завтра буду плыть 45 километров. Ушел в тайгу где-то уже давно, много лет назад, и не вернулся. Нет, пропал. А в тайгу зачем ушел? За медведем, наверное. Ну не знаю. Может, он живет там в пещере с медведем. Ну нету Эдика, нету. Его ищут все очень давно. Надо спросить. Слышишь, а Борю Чернуху ничего не слышно? Тоже не слышал, да, пропал. Видел девочку одну. Какую? Чернуха на телевидении. Я думал, что это его дочка может быть. Я не Чернуха, а Борю Котовского. Борю давно не видел. А где он, что ли? Он под следствием был, там памятники продавал какие-то. Я первый.